Теперь учителя будут получать зарплату по автоматизированной системе. Министерство образования и науки внедрило систему автоматизированный расчет заработной платы педагогов. Разработка и настройка программного обеспечения проводились в соответствии с программой 1С. Мы работаем программой 1С. Получается, мы начисляем зарплату. По нему уже как бы легче работать. Раньше мы делали все вручную, считали все вручную, записывали на бумажку и перечисляли. Все проходило через кассу. Сейчас мы работаем только банками, через программу работаем. Эта система обеспечивает целевое использование средств, предусмотренных на заработную плату, способствует снижению финансовых нарушений. Кроме того, автоматизированный расчет зарплаты позволяет вести точный учет. С помощью Европейского союза начали эту программу, увидев, что очень хорошо работает эту программу, внедрять наши интернаты и детские дома. Их полностью 62 учреждений. Сейчас эта данная программа разработана. Он проходит тестовый режим. С июня месяца мы полностью во всех интернатах, которые подведомственны Министерству образования и детдомах, внедрим эту же автоматизированную систему начисления заработной платы. Вместе с тем, автоматизированный расчет заработной платы педагогов позволит Министерству образования создать информационную систему управления образованием и определить статистическую численность базы данных работников системы образования. Напомним, с ноября 2019 года система прошла пилотную апробацию в управлениях образования из Сагатинского, Тюбского районов и города Джалабад. Джазгуль Бакытбек, Забиксултан Курманбекулу, Алатау 24.